Здравствуйте, мои хорошие! Вы на канале «Все для женщин». С вами вновь Елен. Вот здесь мой котик присоседился на диване. Вот он, мой хороший. Яша, поздоровайся, скажи привет. Всем скажи привет. Вот он лежит, какой красавица моя. Сегодня, девочки, я хочу показать вам такой, сделать небольшой обзорчик. Я купила малой сапоги зимние. Себе купила вот такую я шапочку. Вот такую норковая шапочка. Такая интересненькая. Вот такая, значит. Здесь какой-то такой булубончик. Вот такая, значит, шапочка норковая. Взяла себе сейчас ходить вот. Уже прохладно утрами, вечерами. Так, шапочку я отложу в сторонку. Купила, значит, я ее по заказу. Мне ее привезли из Китая. Всего, значит, я за нее отдала 1500. Ездила моя подружка и привезла мне. Такая вот оригинальная шапочка. Вот. И малой сегодня, значит, мы купили сапоги зимние. Сейчас вам покажу сапожки. Вот такие, значит, сапожки мы взяли. Замшевые. Натуральные. Здесь такая бляшечка застежечкой. Вот такая, значит, подошва. На ноге сидят очень-очень хорошо, очень красиво. И удобные. Что самое характерное, очень удобные. Мне понравилась подошва у сапог. Такая, знаете, хороший протектор. Я надеюсь, что они не будут скользить зимой. И моя малая будет ходить с удовольствием в таких сапожках. В общем, такие сапоги, девочки, стоят 4 299. Ну, короче, 4 300. Я за них отдала. Сапожки просто замечательные. Так что вот такие, значит, сапоги у нас. Вот такие у меня покупочки произошли внезапно. Ну, как внезапно? Я, в принципе, собиралась ребенку покупать новые сапожки. Потому что она... С прошлогодних сапоги мы брали, она, нога у нее выросла. Я в том году брала ей в Китае за 1500 сапоги. Там, конечно, если бы я поехала, я смогла бы купить подешевле. Тоже хорошие, государственные. Мне, значит, нравится то, что они прошитые. Ну вот, девочки, на сегодня все. Такой коротенький у меня небольшой обзорчик, чтобы вы меня не забывали. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Хелен. Всем пока-пока. Сегодня пятница, с чем вас поздравляю. Желаю вам приятных выходных в кругу семьи, в кругу друзей, в кругу своих любимых. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Удачи. Скоро вновь увидимся.